Усилители сотовой связи «Дал связь». Это мой самый любимый готовый комплект для задач, когда нужно усилить просто одну точку. Быстро немного теории. Где-то здесь у нас находится сотовая вышка. У нас сигнал сотовый долетает до нашего дома, но внутрь не проходит. Поэтому мы вешаем антенну на улице, протягиваем внутрь, включаем в усилитель, и у нас помещение наполняется сигналом. Распространение сигнала мы сравниваем с лампочкой. Здесь мы включили усилитель, он у нас наполнил комнату сигналом. Стены нам будут мешать, поэтому естественно, что сигнал сюда может не дойти, потому что это естественные препятствия. Прежде чем что-то усиливать, надо понять, на каких частотах могут сидеть ваши сотовые операторы. Для этого нужно произвести так называемую радиоразведку. Список программ вы можете найти на нашем сайте dtl.kz, раздел «Новости», «Полезная подал-связь», и здесь есть программы для определения частот. И дальше подобрать правильный комплект. В Астане мы в основном используем 1800-2100 МГц. Также появились комплекты 900-1800-2100. Это мои самые любимые комплекты, потому что здесь нет ни единой кнопки, они полностью автоматические. Выносим антенну на улицу, разворачиваем 20 метров кабеля, вставляем внутреннюю антенну, включаем в розетку. И мы сейчас видим, что усилитель запускается, и внутри идет усиление. Максимальное значение — это 20. Здесь у нас сейчас стоит заглушка, потому что мы находимся слишком близко с антенной. Так нужно обязательно их разносить, чтобы внутренний сигнал не попал на уличную антенну и не пошло повторение. Поэтому приобрели комплект, поставили антенну снаружи, развернули кабель, включили в розетку, и он работает.